Второй этап реализации проекта благоустройства общественной территории проходит в керамкомбинате. В прошлом году здесь выровняли площадку, провели освещение, разбили дорожки. В этом сезоне начали наполнять ее спортивными и малыми архитектурными формами. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда». Это стройплощадка «Майнд к себе» и ребятню и взрослых. Здесь появились турники и качели, но пока заниматься рано и небезопасно. Идет строительство. Очень надеюсь, что окончание стройки пройдет даже раньше намеченного срока, потому что осталось не так много на самом деле. Из больших крупных привозок осталось завести только сцену, смонтировать, мафы все на месте, резиновое покрытие и, в принципе, все готово. Спортивная площадка для волейбола и баскетбола практически готова. Монтируется ограждение. 4 беседки скоро встанут на свои места. Детский городок ждет только резинового покрытия. Для поселка, в котором нет детских игровых комплексов, это просто подарок. Творится волшебство грандиозное, конечно, в нашем поселке. И очень счастливы не только, наверное, мы вместе со своими детьми, но и люди старшего поколения, так как здесь есть и вот тренажеры. Получается, вот этим вот парком, вот этим, охватили полностью все. И спорт, и культуру, и просто вот зону отдыха. В процессе стройки районные власти предложили проект расширить и присоединить часть школьной территории с березами. В их тени будет место для родителей присматривать за своими детьми. Сейчас идет оформление земельного участка. Саму площадку пока зеленяют дикорастущие травы, но скоро здесь высадят газон. Появятся также декоративные кустарники и деревья. Жители керамкомбината с нетерпением ждут открытия площадки.